Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете. Стихи Сергея Вит Берсенева. Композиция называется «Жестокое время». Музыка исполнения Самуила Крумовича из цикла «Ожившая поэзия». Жестокое время, законные волчи, как будто на бочке пороховой, свой век доживание, гримасы корчим, но все не смолкает зловещий вой, свой век доживает, гримасы корчим, но все не смолкает зловещий вой. И рвутся клыками, вцепиться в глотку друг другу, кто только вчера гонял совместно чаи, тихо квасил водку, да их надоумил сменить коня. Не умысел Божий, не сердце голос над ухом склонился, незваный гость без имени дома, вертеляв как полос аналогом слов. Вбивался гвоздь без имени дома, вертеляв как полос аналогом слова. Вбивался гвоздь, падение в пропасть, но верят в чудо забытые в спешке отец и мать. Стоит возле бочки их сын Иуда, готовый нахрен весь мир взорвать. Стоит возле бочки их сын Иуда, готовый нахрен весь мир взорвать. Жестокое время, закон.
волчьи, как будто на бочке пороховой. Свой век доживание, гримасы корчим, но все не смолкает. Зловещий вой свой век доживает, гримасы корчим, но все не смолкает. Зловещий. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Жестокое время». Стихи Сергей Вит-Берсенев.